Привет, соседи. Привет. Как прошло воссоединение семьи? Похоже на конец мультфильма «Король лев», где гиены съедают тигра. Как среагировал Нейтан? Выбросил меня по пути в школу. Ну, как вам? Что, ты купил мотоцикл? Не верю. Нет, послушай, я обменял на него машину и получил 200 баксов. Теперь мы отдадим часть долгов и сэкономим кучу денег на бензине.